Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. И как ты видишь, турнир закончился, и мы забираем свой приз. Да, Лига мастеров 3 звезды. Все как полагается, ребята, все по чесноку. Так, 9600 сюриков, 50 ДНК на Ваньку Стиранка. Обязательно будем распылять. 90 золотых осколков и самое главное 75 платиновых. Значит так, естественно, многие из вас проголосовали за Супер Шреддера. То есть мы с тобой сегодня переводим его в платиновый ранг. Да, очень-очень много кандидатов было, как ты видишь, их тьма. Кто-то просил перевести Крипа, кто-то просил перевести Эйприл даже. Не знаю, наверное, это в прикол. Кто-то предлагал всем проголосовать за Бакстера Муху, типа, вот будет прикол. Да, действительно был бы прикол, но все-таки, ребята, выиграл Супер Шреддер. Поэтому мы его с тобой переводим сегодня в платиновый ранг. Поехали. У меня хватает всего? Да. И теперь-то мы его дальше сможем прокачивать, понимаешь? Я, кстати, ему прокачал разрывающую волну до третьей ступени, как ты видишь. И нам нужно теперь 4 кошки найти и 14 инструментов. Этим мы с тобой и займемся. Так, ну что, друзья мои, давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Ух, заданий целый ворох. Так, откройте колоду, это я уже сделал. Забираем с тобой награду. Пройти серию испытаний. Ну что ж, давай пройдем с тобой серию испытаний. Кто у нас тут? Будем драться. Ага, со Шреддером. Окей, это, грубо говоря, проходящие врата, да, на вторую часть испытания. Смятение из другого измерения. Естественно, сейчас мы их здесь забомбим. Сегодня, ребята, после черепашек я, наверное, поиграю еще в драконы. Ну, как ты понял, да? Драконы Олуха. Да, и, возможно, сегодня поиграем еще в Angry Birds 2. Пробежимся, так сказать, по старым играм маленько, да? Так, минус. Давай сюда бомбить. На втором канале сегодня ожидается у нас, ребята, продолжение игры Олия. Плюс Киборг. Тень Киборга у нас. И вышла уже серия про нашего призрака Цусимы. Возможно, ночью будет записана игра. Последний день, друзья мои. Или жизнь после, как она правильно называется. Так, опа. Подожди, вот я сейчас дуркую, а у меня же Микеланджело-то в критическом состоянии. Плюс у него висит постепенный урон. Слава богу, он выжил. Но это был большой риск. Ладно, ребята, мы с вами прошли. Сегодня еще не забывайте, мы будем с собой бустить, так как неделя только откатилась. Прошло буквально 15 минут после обновления. У нас есть шанс неплохо с тобой вырваться вперед. Давай заберем награду. Так, сразиться в боях. Вот, кстати, насчет боев. Давай-ка мы с тобой поищем на нашего Супер Шреддера нужные вещи. А это именно 4 кошки. Раз. Так, стопы. Давай-ка. Не жмись, муха. Ты посмотри, а. Так, вторая. Ну, давай. Третью кошку мне дай. Нет, не дает. Дает всякие билеты, ерунду. Так, выпала нам кошка. Последнюю. Последнюю кошку осталось нам получить. Господи, что тебе так сложно выдать мне эту кошку? Да, я понимаю, золотая рамка, все дела, но... Ну, не на... Вот, все, ребята, получил. Получил я кошечку. И надо будет еще 14 инструментов. Ну, ящиков я имею в виду. Так, забираем здесь награды. Поднять уровень персонажа и будут все задания выполнены. Что у нас тут в магазине? Бесплатный пак, открываем его. Мутагена очень мало у нас. Зато сюрикенов целая куча. Что-нибудь по предметам есть? Абсолютно ничего. По жетонам, ребята, великолепно. Покупаем с тобой 3 ДНК на Алапекс. Нормуль. По жетонам у нас с тобой 440. Маловато. Ладно, ничего страшного. Так, смотрим, кто у нас на этой неделе будет разыгрываться, ребята. Но не очень, конечно, нравится мне. Это у нас
Донателло фильм. Он у меня прокачан тоже полностью, поэтому как бы мне неинтересно. А в испытаниях у нас... Опачки, борцы с преступностью. Серьезно? Да, Голубь Пит, Роквелл, Кожеголовый и Слэш. А кто здесь принимает у нас участие? Ребята, в принципе, можно будет поиграть и, возможно, даже пройти это испытание. Так, и Ярость Рафа. Но сюда идти только лишь ради видения, ролевого и космоса. Ну, в принципе, тоже есть резон. Три черепашки, три ДНК. То, что нужно. Но это все, как ты понимаешь, будет потом. А сейчас мы бежим с тобой на арену. В первую очередь. Так, давай будем с тобой искать максимальное количество кубков. И я уже вижу. Это у нас Герман. И это у нас Герман. И мы с тобой летим в самый хвост. Так, в самый-самый хвост. И начинаем. Будем потихонечку с тобой бомбить их. Ну что, поехали, начнем с Кирби, как всегда. Поехали. Куском экрана в него, на. Пробивай его. Молодец. Так, теперь, наверное, давай сделаем массовую атаку. Может быть, постепенный урон еще повесим. Вот и все, кстати, неплохо жарит. Постепеночка, ты заметил? Есть смысл прокачивать у Донателло вот эту вот массовую атаку. Будем, как говорится, иметь в виду на будущее. Так, ну что, первая победа за нами. Мы с тобой перелетаем на Воин 2 звездочки, 71 ранг. Так, здесь надо нам с тобой посмотреть. Может быть, 11-12 каким-то чудом. Да, это у нас Давид. Это у нас Давид предоставил нам с тобой такую вот возможность. Раз, два, три. Погнали. Ну, и что у нас тут? Старые охламоды. Я, наверное, начну с... Нет, нейтрализатор, пониженная атака. Давай, наверное, с Рокстеди. Слабовато. Ой, как слабовато. А если так? Минус. Так, давай-ка теперь, наверное, Бибопчика уложим спать. Отлично. Ну и остается у нас нейтрализатор, который даже не может толком попасть. Валим его. Все. Пит танцует, такой довольный, счастливый, глаза на выкате. Кто-нибудь из вас видел, как Пит превратился в того, что он сейчас из себя представляет, а? Ведь в мультике, насколько я помню, этого не показывали. По-моему, да? Хотя это почтовый голубь, если кто не знал. Так, ну что, у нас с тобой есть 11-12, а давай попробуем вот. Рене, ты понимаешь? Слушай, ну мы как-то очень быстро с тобой двигаемся, уже 24-й. Уровень у противников. Ладно. Они сами напросились. Нам главное с тобой не оплошать, вот что. Ну что, поехали, начнем с... Нет, хотя да, с мухи. Начнем мы с тобой с мухи. Блин, жалко, что у Кейси Джонса нету массовой атаки. Зато есть у Рафаэля. Прикольно. Так, тихо, тихо, тихо. Ну куда вы разогнались, а? Мышата. Давай-ка мы, наверное, с тобой Ванюшу бомбанем. Давай, Рокстеди побежал, споткнулся. Туф, и готов, Ванюша. Ну и, соответственно, тут же следом и маузеры разлетелись. Так, ребятулечки, двигаемся с вами дальше. Неплохо, сейчас посмотрим, мы с тобой перейдем уже на следующий или нет. Ну, конечно, конечно, ребята, следующий ранг, элита. Поехали. Так, 12-13, это максимум... Вот, вот. Тахи. И здесь у нас, как мы видим, 28 уровень. А ну-ка. Раз, два, три, четыре. Кстати, вот на ту неделю, да, я фармил испытание одно. И в основном мне выпадало шинигами. За все мои попытки, по-моему, выпало 4 или 6 ДНК. Ну, влупи. Да ладно, Тимати выжил. Тогда вот так его плеточкой. Так, муху надо уничтожать на самом деле еще. Пау. Оглушили, это тоже очень хорошо, ребят. Уничтожили. Так, Крис. Воу-воу-воу, хорош тут маузерами промышлять.
Ну-ка давай лучом. Неплохо всыпали мы, кстати, ему. Теперь, ой, я хотел не то сделать, ребята. Я хотел Бакстера Стокмана наказать. Ну ладно, Крис тоже заслужил. И пробивной. Все, отдыхает. Отлично, великолепно. Такие тут акробаты. Двигаемся с вами дальше. Кстати, вот эти вот маузеры, да, я так понимаю, это тоже из ивента рождественского, да, или как там, пасхального. Типа пасхальные маузеры. Так, ну что, элита 2 звезды, 95 ранг. То есть уже, грубо говоря, близко мы с тобой подобрались к самураю. Дадите? Вот, 13-15 было, елки-палки, упустил такой шанс. Ну, давай попробуем еще раз, вот. Сентинелла. Ради бога, как скажешь. Называйся хоть мухой навозной, мне все равно. Так, 33-й ранг уже. Ты чуешь, чем пахнет? Ребята, здесь пахнет проигрышем. Я не брал никого из имбовых, чисто 40-й уровень. Мне нравится, как у этого у Бибопа сзади смотрится вот эта вот косуха, да? Причем, я так понимаю, это загривок его родной. Как же интересно, он сквозь косуху-то проходит, непонятно. Так, Пит. Конечно, надо наказывать его, но... Блин. Ладно, была не была, попробуем. Так, половинку здоровья отняли. Бросаем гранату. Великолепно. Теперь бросаем баллончик. Так. Слабовато. И бросим плюшку. Она меня не подвела, эта плюшечка. И мы с тобой двигаемся дальше. Так, сколько нам еще с тобой там надо сделать, чтобы перейти на следующий ранг? Вау. Подожди-ка, мы только в элиту 3 звезды? Подожди, я не понял. Ладно, хорошо, пускай будет 94-я позиция. Но самураи-то все равно будут. Они же от нас никуда не уйдут. Так, 13-15. А дадут мне, например, 14-16? Нет, дают 13-16. И это у нас Роман. Ну что же, Рома, давай, спасибо тебе большое за такой шанс. Выручил, так сказать, меня. Ну, 34-36 я, наверное, возьму сюда немножечко вспомогаловки себе в виде... В виде Хана. Почему Хана беру, ребят? Во-первых, у него очень большая инициатива, мы это знаем. Во-вторых, мы сейчас можем просто понизить им защиту и, возможно, даже атаку. Проверим. Только лишь защиту, но это тоже хорошо. Бросаем бомбочку. Так. Оу-оу-оу, Шреддер, хорош хилять. Блин, а ты посмотри. В плане, а с какого перепуга он второй раз-то ходит? Эй! Что за дела, ребят? Шреддер сходил два раза. Он первый раз захилял, второй раз он начал атаковать. Что за... Так, ну-ка, Макман, психани. Психанул. Так, пошли гранаты от Рокстеди. Вот так вот вам всем. Ушлепки. Нифига себе. Шреддер оборзел совсем в корень. Ну, ты сам видел прекрасно, да? Он вначале захилял весь отряд свой, а потом еще и начал бомбить массовой атакой. Ха. Вот это жулик. Ладно, друзья мои, мы переходим с вами на 13-ю позицию. То есть еще чуть-чуть, и мы уже в самураях. 13-16. Это, видимо, максималка, да? Которая мне тут светит. Ладно. Деуса какая-то у нас тут. Ага, и уровень, ты видишь, максимальный тут 38-й. Они меня потихоньку, ребят, догоняют. Угу. Тут-то кого взять, а? Вот скажи мне на милость. Донателло. Надо кого-то с массовой атакой. Возьму я, наверное, мутагеноида. Потому что у него есть, ребята, хлопок по земле. И все, если он его сделает, я думаю, что они здесь рассыпятся. Ну, как всегда, Эйприл надо уничтожить. А, массовая атака есть. Ну давай, поехали, майки. Слабая, конечно, но чё. Так, теперь этих вызовем. Оу, минус двоечку сделали. Так, уничтожаем Эйприл. Ей здесь делать нечего. Ну и, наверное, сейчас всех остальных. Молодец, кожеголовый молодец, красавчик, ребят.
Ну, ты сам видишь, да, итог. Так что мы с тобой двигаемся дальше. И, по идее, что у нас? Лига самураев должна быть. Да, именно она. Так, еще один бой. У нас будет Лига самураев 2 звезды. Но для этого нужно вот Марио. Мы берем Марио с тобой. Секундочку, уровень уже здесь, ё-моё, 42-й. Я, наверное, не успею, ребят. Так, надо брать кого-то посерьезнее. Ну, давай здесь возьмем, наверное, Джастина. Хотя, я думаю, что и Зэк бы справился, в принципе. Мог бы. Но рисковать не хочу. Джастин 100%, у него зловонное дыхание сразу бомбит всех. Проверим? Проверим. Упс. Офигеть, Джастин. Ты чуть меня не подвел, а? Оказывается, ребята, не все так просто. Он может и сфейлить команду в самый неподходящий момент. То есть он не подходит для дамагера. Ну что же, а мы с тобой в самураях 2 звезды. Надо будет еще 2 боя здесь сделать, чтобы перейти на 3-звездочный. Так, 14-18 дадите мне, нет? Скорее всего, не дадут. Не дадут, ладно. Не даете, как хотите. Арсений 14-7. Тихо ты, Лео, куда ты бежишь, ты вперед, батьки-то. Ну что, поехали. Раз, два, три, четыре. Так, это у нас 50-й уже уровни пошли. И возьму, наверное, сюда Змейковьюна. Потому что, ну, Ваню брать как-то, я думаю, он особо здесь не зарулит, не затащит. Хотя и Змейковьюн тоже, хотя есть у него вот эта способность понижение атаки. И она хорошо сработала. Влупляй, Донни. Будь красавцем, молодец. Так, ну что, Макман. Нет, наверное, вначале так сделаем. Криса Брэдфорда ушатаем. Ну, а теперь и Макмана. Только вот как лучше, давай так, рубанем. У него, ага, у него была, ребята, пониженная броня, но зато повышенная атака. Все-таки мы его переплюнули, обхитрили, обманули и уничтожили. Ладно, двигаемся дальше. Сейчас, кстати, должны перейти в следующую лигу самураев. А нет, нет, ребята, рановато. После этого боя, да. После этого мы передвинемся. Так, Арсен, опять Арсений. Дайте мне, пожалуйста, 14-8. Вот, вот, ребята, это Николас. Ну что, Николас? Я готов к спаррингу, а ты? Кого здесь взять-то лучше? Шреддер, да-да-да-да, конечно же, ребята, Шреддер. Он уже в платиновом ранге, даже несмотря на то, что он 80-й уровень и не топово прокачет последний скилл. Я хочу его просто протестить. Ну-ка. Это же будет смерть всем. Ё-моё, вот это он бомбит. Он еще, кстати, вешает при этом постепенный урон. Офигеть, все-таки не зря мы его взяли, ребята, и прокачали в платину. Действительно, превосходный боец. Пускай всего лишь одна массовая атака, но зато какая. Так, слушай, а тут, по-моему, скоро, ребята, мы перейдем и в сёгуны. Так, Джин Мореччи. Прям как, знаешь, как итальянец какой-то. Так, ну и что же нам тут подобрать? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И ко всей этой компашке присоединится у нас... Зэк. Да. Но здесь есть Донателло, здесь есть Хан. У них, ну, мы знаем, у них большая инициатива. Зэк, если ты сфейлишь сейчас команду, я больше действительно тебя вообще не буду никогда брать на такие ответственные бои. Ну, хотя он заметил, ребята, он заметил команду вражескую. Так, Майки минусанул, красавчик. Так, давай-ка мы отсюда уберем Хана, Красавелла и массовую атаку. Изи. Изи, ребята. По-другому не скажешь. Мы даже не дали им шансов сделать удар. Знаешь почему? Потому что Зэк сделал на всех замедление. Вот и все. Старая школа Рея, ё-моё. Так, ну а мы с тобой... Эй, куда ты вперед, батьки, лезешь-то? Я уже хотел сказать, мы с тобой переходим в сёгуны. Ну, дудки.
Пока еще стоим на месте, ну ничего страшного. Так, мне дадут 15... Нет, 15-20 вряд ли. Скорее всего, 15-19. Опять Арсений, как ни странно. Ну что же, Арсений так Арсений. Крысиный король. Ну, морозильная кошка, Крип. Бибоп. Ну вот здесь вот Бибоп, ребята, какой-то дохлый. Он худой до невозможности. Как будто, знаешь, его там в концлагере держали 10 лет. Из такого жирного, сочного кабана превратился в какой-то дохлек. Причем у него костюм очень похож на костюм зэка. Как будто они с одной оперы. Ну что, бомбим? И все, и падают листья осенью. Также эти герои упали. Ну что ж, двигаемся дальше. Скоро, ребята, будет сёгун. Даже сейчас уже будет. Не веришь? А я тебе докажу. Видишь? Видишь своими глазами? Сёгун одна звезда. Ну, естественно, это только начало. Нам нужно подняться до сёгуна трех звезд, а лучше в мастера. Я, правда, в этом не особо уверен, что получится. Но вдруг... Вдруг сегодня звезды встанут в позу, и мы получаем с тобой 15-20, и это круто. И это у нас Энко. Понимаешь? Энко. Или Энкао. Так будет лучше. Но вот здесь уже шутки в сторону, ребята. Здесь придется нам взять с тобой Усаги. Потому что, во-первых, мне нужно отыграть 50 уровней. У него уже за 50 переваливает, ты понимаешь, да? То есть у него 54, 52, а у нас только полтиннички. Поэтому для этих целей я взял Усаги, чтобы он, конечно же, и всех тут проучил, наказал, и мы с тобой дальше бустанули. Так, Донни, ты смотри-ка, а? А хламончик-то выжил? Ну, чему удивляться, Донни, он и есть Донни. Они всегда крепкие. Причем все Донателлы. Так, ну что ж, двигаемся дальше и... Перейдем мы с тобой... Нет. Тут немножко напряжно, да? В Сёгуне уже как бы тяжеловато идти. Смотри, 15-20. Здесь однозначно надо брать Леонардо. Однозначно, ребят, потому что полтинники до сих пор еще отыгрываются. А у него уже почти 60 уровни идут. 56, 57, 54 уровень. То есть без определенной имбы нам тут тяжело будет на равных драться. Поехали. А все, спросишь, почему? Потому что, ребята, я беру не заниженное количество кубков, а повышенное. Можно искать пониженное, да? Там будут как бы на равных тебе выдавать противников. Но если ты выбираешь именно повышенные кубки, соответственно, и враги идут сильнее. Ну, а мы, тем не менее, с тобой переходим в Сёгун. Две звездочки. Поехали. Поехали с тобой дальше. 15-20. 15-20. Ну что, ребят, придется 15-20 брать. Ну а что? Что поделать? Канапия. Понимаешь? Ну, опять Арсений, ребята. Вы посмотрите, а? Ну ладно, Арсений, давай. Я вот не знаю, ребята, сегодня бы хотелось поиграть, знаешь, во что мне еще? В растения против зомби-героя. Мы давненько не играли в них. А то, что я играю за кадром... Меня там валят только в путь. Я надеюсь, я это не вслух сказал. Так, ребят, давайте валить, короче, этих охламонов. Что ты, что ты, что ты, Майки, опять свои танцы, шманцы. Паутинка, вперед. Блин, как так-то? Железноголовый. Фу, я уж думал, до него очередь не дойдет. Влупляй. Красавчик, ай, красавчик, ребята. Да, железноголова знает толк. Сколько у него там микропроцессоров в голове, да? Он все там чик-чик-чик подхимичил, подхимичил и выдал. Так, ну что, Сёгун 3 звезды будет сегодня? Да будет, ребята. А вот насчет мастера не знаю. Вот насчет мастера сомневаюсь маленько. Скорее всего, не хватит у нас. Опа, 16-21. Это Анжела. Смотри, какая красивая девушка Анжела. Так, ну что же, а мы с тобой берем 1, 2, 3... 4, ну тут уже сам понимаешь, да, 70 уровни против 59-х, тут можно не заморачиваться. Тут идем без какой-либо имбы. Они сами по себе уже такие довольно сильные и сами за себя смогут постоять. Ну что, поехали, кто у нас первый? Карачка, молодец, красава. Ты дичь. Так, ой, тихо-тихо-тихо, чуть на отхил не нажал. Ну, на нашем шредере надо, конечно, массовую атаку. Воу, еще стоят, ты прикинь, еще никто не упал. Зато здесь тигриный коготь просто
Зверски мочканул. Один выстрел и 5 трупов. Ну, а мы двигаемся дальше и переходим в Сёгун 3 звезды. 85-я позиция у нас с тобой. Кого тут взять-то нам? Вы дадите мне побольше кубков, а? Например, 16-22. Я бы нисколечко не отказался. Они, по ходу дела, не дадут, да? Ладно, берем с тобой Джимми. Берем с тобой Джимми. Блин, подожди, откат стоит ли тратить? Нет, не стоит. Вот так вот мы с тобой отыграем. Блин, в мастера мы сегодня не попадем, по-моему. Нет, ну если откаты тратить, тогда да, а если не тратить? Поехали. Минус Карайка. Так, этот выжил. А волну если? Так, а вот так вот если? Да все, он трупец, ребят. Так, сколько у нас еще там осталось с тобой персонажей? По-моему, трое всего лишь, да? Это Рафаэль, это Майки. А местечко у нас 45-е. Ну, давай попробуем. Возьму, например, Серегу. Рафаэль, Майки. И все. Ладно, возьмем Лео. Неужели всех отыграли? Да, ребята, всех до одного. Ну что же, придется сделать вот так вот. Последний, заключительный на сегодня у нас бой на арене. Так, ну что, влупим? Чем мы тут влупим-то? Ничего пока не сможем. Здесь, ребят, вообще на расслабоне. На полнейшем. Леонардо сейчас, наверное, всех выкосит. Скорее всего, да? Нет, не всех. А если вот так вот? Все. Ну ты извини меня, тут вся топовая команда стоит. Че они там хотели? Ничего бы у них не получилось бы. Сопротивление было бы бесполезно. Да, ребят, мы с вами не переходим в Лигу Сёгунов. Точнее, самурай, блин, в Лигу Мастеров, елки-палки. Вот, ну ничего страшного, это, ты сам понимаешь, это пробный первый забег, который происходит на откате. Соответственно, нас еще сбросят. Так, а нам нужно поднять уровень персонажа. И это будет, наверное, Супер Шреддер. Мы его с тобой теперь можем наконец-то дальше прокачивать. Вот так вот. Слушай, у нас с тобой есть еще... Подожди-ка, пицца. Пицца есть, но пойдем-ка мы с тобой поборемся, наверное, за осколки. Я обычно это делаю за кадром, если честно. Да-да, вот за эти самые осколочки. Потому что они нам все равно нужны будут. Поехали. Ой, елки-палки, тут. Тут, ребята, имба. Она будет просто рвать этого Бакстера Стокмана. Не веришь? Смотри, с удара. Ну, понятное дело, да? 80 уровень против 20. А максимальный у него здесь будет, если я не ошибаюсь, 60 почему-то. Так, ну что, 8 серебряных осколков. Дальше идут у нас 16 серебряных. Потом будет 8 золотых и 16 золотых. Остальное я намерен потратить. Точнее, остальную пиццу я намерен потратить, знаешь, на что? На поиски на Шреддера и ящиков с инструментами. Да. Завтра, я думаю, мы с тобой уже пойдем на испытание. На самое первое, я не знаю, кого там будем проходить. Ярость Рафа или преступники. Пиши в комментариях, кого бы ты хотел посмотреть. От того мы будем уже, как говорится, отталкиваться и плясать. Ну, что у нас тут? Одна волна. Бакстер Стокман гигант такой, да? О-о-о, у него большая инициатива, смотри-ка. На 60-м-то уровне. А у меня почти все сотого. Вот как это понимать? То, что он большой гигант такой, это ему дает право ходить первым? Не знаю. И я в этом не уверен. Ну что же, 3 звезды, все как полагается. И, по-моему, ребята, все, да, у нас? Мы прошли с тобой испытание. Или, а, нет, 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 нет. Еще будет, ребята, эпизод 4. Тут уже 16 золотых осколков. Да. Ну, давай. Давай посмотрим. Кстати, ты заметил, что мы сегодня прошли с тобой арену? У нас ни один персонаж не упал. Ни один.
То есть прошли в чисто, чисто идеально. Ну-ка, рубани его, Лео. Ага, я думал, добьешь. Все, как ты видишь, он отдыхает. Ну, мы с тобой забираем 16 золотых осколков и идем искать на нашего Шреддера 14 ящиков с инструментами, да? Не так все просто. Все, осколки мы с тобой забрали. Куда нам идти? Сюда. Ну что, Шреддер, сколько у нас вообще с тобой пиццы? Я не вижу ни шиша. 66. Поехали. Так, один ящик есть. Два. Ну, ящики всегда легко добывались, да? Три. Три ящика. Четыре. Пять. И последняя попытка. Блин, и нифига. Пять ящиков мы с тобой заработали. Остается еще, ребята, 9. Остается еще 9. Так, где у нас Ваня? Я хочу ионные осколки. Вот они. Разобрать. 1750 мы получаем. Ну, как-то так, ребят. Ну, нифига у нас тут. Я уже не знаю, этих осколков будет целая тонна. Что с ними делать, без понятия. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!